Каждый ребенок должен быть творческой личностью, поэтому к решению любых задач я должна подходить творчески. Я люблю их удивлять, побуждать к тому, что они могут сотворить чудо сами. Часто они называют меня волшебницей. Работа с детьми по развитию творческой активности очень интересная, захватывающая и результативная. Для меня важно в каждом ребенке разглядеть личность, найти изюминку и даже вознести его. Застенчивый ребенок навряд ли будет говорить о своих достижениях, а озорник даже не знает, что он в чем-то талантливый. Стоит найти в нем немножко хорошего, начинаю это хорошее развивать, подхваливать, и ребенок меняется на глазах. Он понимает свою значимость, хочет чему-то научиться новому, зовет меня с ним поиграть. Закрытый ребенок чаще всего проявляет себя в изобразительной деятельности. То, что он не может сказать, он может нарисовать. Стараюсь подвести ребенка к хорошему результату, ставлю в пример для других детей и организую в группе индивидуальную выставку работ. Предложила родителям сделать книжку от автора. Одна семья сделала книжку в форме коробочки. Другие сказали, что их сын ничего не умеет, а только балуется. При наблюдении за этим ребенком я обнаружила потрясающие способности к конструированию, сфотографировала постройки и вместе с мамой сделали индивидуальную книжку «Постройки от Матвея». Фантазии, полет и рук творения я вижу у детей своих всегда и верю, что пока есть вдохновение, повсюду будет только красота.